Заместитель председателя Народного Хурала Баир Жамбалов может досрочно сложить полномочия. Депутаты от «Единой России» в Хурале на очередном заседании выступили с предложением создать комиссию для рассмотрения данного вопроса. Причина – нарушение правил депутатской этики. В январе этого года на автомобиле Жамбалова сбили 17-летнюю девушку. В соответствии со статьей 146 регламента создается комиссия. На сегодняшний день комитеты уже предложили свои кандидатуры в состав этой комиссии. Возглавлять комиссию будет один из замов председателя Народного Хурала. Соответственно, это будет Даржиев Цырен Ирдынеевич. На ближайшей 11-й сессии Народного Хурала, которая пройдет 6 мая, фракция установит срок для подготовки заключений указанной комиссией. Также депутаты «Единой России» предложили и вовсе сократить должность заместителя председателя Народного Хурала. Этот вопрос будет рассмотрен на июньской сессии.